нельзя слушать новогоднюю песню «В лесу родилась елочка». Ты слышала? Да. Это настоящий Крампус! Просто посмотрите, бандам поджигают елку! Чё творим, бро? Меня зовут Царь Геонис! И просто сразу же, блин, подписывайся на мой канал! Чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь, поди, ты же знаешь, кто не с нами, тот под нами! А я, как вижу, бро, тебе ж не очень нравится быть под нами! Так что быстрее подписывайся, чтобы быть в мысленной банде на ютубе! А также сегодня со мной видео снимает Настя! Привет! Что ж, банда, Новый год на пороге! И пришло время проверять новогодние легенды! Мы уже нарядили нашу елку, за которую в прошлом году пришлось сражаться с Гринчем! Нам удалось заснять историю конфликта Гринча против Деда Мороза! Там были драки, куклы Вуду, страшные звонки, и мы даже сняли маски с этих монстров! Но в этом году все должно быть намного круче. Именно поэтому сегодня в 3 часа ночи мы проверим одну старую легенду, что в реверсе, в перевернутой версии, нельзя слушать новогоднюю песню «В лесу родилась елочка», потому что мы можем услышать какие-то страшные, пугающие слова, которые не слышно при обычном прослушивании. И также за это время, пока мы будем ее слушать, с нами может произойти все, что угодно. Мы даже можем погибнуть. Именно поэтому, банда, давайте быстрее под этим видео наберем 10 лайков. И тогда с Даркнета я закажу Гринча. И очень странно, что он есть в Даркнете. Ведь, как я помню, в прошлом году мы смогли его уничтожить. Впрочем, мы должны это проверить. Так что, бандит, скорее ставь лайк, а также чекай описание. И там ссылки на все мои социальные сети, где я общаюсь с вами, банда. А еще там иногда выходит секретная информация про новогодних монстров. Это может быть Гринч, Крампус, Дед Мороз и многие другие. Так что, бандит, скорее чекай описание, ставь лайк, а мы тем временем слушаем эту проклятую песню. Погнали! Итак, банда, я надеюсь, вы готовы, на часах уже 3 часа ночи. И именно в это мистическое время мы будем проверять эту старую легенду. Кстати, хочу вам напомнить немного правила, что эту песню мы должны слушать на протяжении всего часа. От начала 3:00 до 4 утра. Ведь если мы перестанем ее слушать в это время, то с нами может произойти все, что угодно. Раньше этого не проверял и сейчас тоже не хочу. Тем не менее, банда, вот уже песня, посмотрите. Давайте сначала послушаем обычную версию, а потом перевернутую. Итак. О, черт. Родилась елочка в лесу, она росла. Окей, банда, все мы отлично знаем эту песню. Теперь же давайте перевернем ее и послушаем. Я вам гарантирую, что там будут те самые слова, которых не слышно в обычном прослушивании. Итак. Ты слышала это? Да! Там были слова «Жизнь есть», просто вслушайтесь, банда! Реально слышно! Я просто в шоке, все еще не могу в это поверить. И это только начало песни, банда. Дальше нас ждет еще больше слов. Давайте продолжим слушать. Живет Мирослав. Пока что я слово понимаю, кто такой Мирослав, но мне кажется, он как-то связан с Дедом Морозом. Это реально крипово звучит, просто слушайтесь еще раз. Итак, сейчас я включу. Это просто жесть, банда, я в таком шоке. Здесь реальные зашифрованные слова, причем нашей русской песни. Но это еще не конец, дальше будет самое страшное из всей этой песни, просто слушайте. Ты слышишь?
слышала? Да! Там говорится, Снежурка мертва. Мне кажется, что это Снегурка, то есть Снегурочка мертва. Только вдумайтесь в это. Это реально очень крипово звучит. Переслушайте еще раз, чтобы вы еще раз это услышали. Слушайте. Просто жесть, банда, я все еще не могу в это поверить. А я-то думаю, почему прошлый Новый год Дед Мороз приходил без Снегурки? Оказывается, что она мертва. И кто вообще ее убил? Дальше нужно слушать эту песню, потому что дальше еще криповые слова. Итак, надеюсь, вы готовы, я сразу же перемотаю. Слышала? Да. Там было слово дьявол. Это такая жесть, банда. Еще раз для вас, просто послушайте. Реально крипово, я просто в шоке. Дальше, к сожалению, уже не нашел никаких слов. Но что думаешь об этом ты, Настя? Там билось про дьявола и про то, что жизнь есть. Возможно, речь шла про ад. О, черт, это крипово. Да, возможно, Снегурочка в аду. Это просто... Настя, что это было? Снегурки сами упали. Да, я вижу, неужели это связано с песней из-за того, что мы слушали в 3 часа ночи? Просто посмотрите, игрушки сами упали с елки и раз. Сбились! Это такая жесть! Неужели это все связано с тем, что мы в 3 часа ночи слушаем эту проклятую песню? Я просто в шоке, банда! Настя просто стояла, а сзади нее с елки упали игрушки! Тем не менее, банда, мы не должны переставать слушать песню, давайте ее включим! Это такая крипота, я в таком шоке! Начала происходить настоящая мистика! О, черт! Это просто жесть, банда! Какая же эта песня крипова! Из-за нее реально происходит мистика. Что это? Куда делся свет? И почему елка работает? Ни разу не была такая функция миганья. Нет, не было. Это просто жесть. Включи на камерный свет. По всему дому пропало электричество, а елка работает. Что это за бред, банда? Тем не менее, идем быстрее к щитку. Нужно включить электричество обратно. Нам надо продолжать слушать песню, иначе с нами произойдет что-то ужасное. Это такой ужас, банда. Окей, готово! Да, свет появился! Я вижу, это просто жесть, банда! Нужно быстрее дослушать эту песню, пока не поздно! И что это воняет? Неужели проводка перегорела? Да, воняет, но это вряд ли проводка! Я не знаю, просто посмотри! Что это за жесть? Куда делись игрушки? Ты видишь это? Да! Черт! Это от нее воняет, так отвратительно! Это настоящие человеческие конечности, ты тоже это видишь? Да, ужасно! Это просто какой-то ужас, кто их сюда вообще повешал? Я в таком шоке, здесь рука на крюке и маленькая нога. Неужели это все руки и ноги детей? Кто-то просто их всех убил! И посмотри на елку, она как будто завяла, ты видишь? А как она вообще могла завять? Она же искусственная. Что за бред, банда? Я в таком шоке. Как это вообще могло случиться за секунду? Не знаю, но это реально полная жесть, банда. Я в таком шоке. Посмотрите, настоящая человеческая рука. Я прям уверен, что все это случилось из-за того, что мы слушали эту проклятую песню. Но как теперь от этого избавиться, я не знаю. Это настоящая рука ребенка. Ну что внутри елки? Что-то красное. Что это? О, черт, что это такое? Кто меня призвал? Ты или ты? Мы просто слушали песню, мы никого не призывали! Я убью вас обоих, вы станете! Мы даже не знаем, кто ты такой, как тебя вообще зовут! Я Крампус, повелитель Рождества! Быстрее бежим, Настя! Это просто жесть, банда! Вы видели, там был Крампус, закрывай двери! О, черт, я в таком шоке, как он вообще пришел сюда! Похоже, что это случилось после того, как мы слушали песню! Из-за того, что мы перестали ее слушать, нам пришел Крампус! Это самое страшное, что могло случиться! Аккуратней, Крампус, отстань от нас! Уходи отсюда! Это такая жесть, Настя, нужно быстрее что-то придумать. У меня есть идея. Давай по скрытым камерам посмотрим, что он там делает. Просто посмотрите, он все еще стучит в дверь, да еще и так сильно, хоть бы он его не выломал. Да, хоть бы не ворвался к нам. Да, это будет полная жесть, банда. Просто посмотри на его криповое лицо. Это настоящий Крампус. И еще у него борода в крови. Неужели он кого-то съел? Глянь, что он делает с елкой. Он
просто уничтожают, он на ней прыгает. Еще мне кажется, что все те конечности, которые висели на елке, это его рук дело. Он просто их открыл у людей, или же самое худшее у детей, только вдумайтесь в это. Какой же он криповый, он просто уничтожил нашу елку. Что он взял, это зажигалка? Нет, нет. Зачем она ему? Просто посмотрите, банда, он поджигает елку. Он реально ее поджег, это полная жесть. И теперь наша елка горит, ты видишь это? Это такая жесть, банда. Теперь нам придется покупать новую елку. Но что он дальше ищет? Что он делает? Зачем он роется в тумбочках? Что он хочет найти? Не знаю, может быть он что-то нанюхал. Посмотри, это же печенье, которое мы специально делали для Деда Мороза. Да. Зачем он его взял? Неужели он собирается его сожрать? Просто посмотри, что он делает. Настоящая жесть. Как же он крипово ест это печенье. Банда, это такой ужас! Глянь, как он это страшно делает! Но он наше печенье! К сожалению, мы даже никак не сможем его остановить, иначе он нас сразу же убьет! Это настоящий монстр, который нас сразу же уничтожит! Такой же он страшный, банда, у меня прям мурашки по коже! Он уже доедает печенье, прям со стола крошки собирает! Но он выглядит ужасно! Я с тобой полностью согласен! Это такой ужас, мы впервые видим настоящего крабика! Крампуса. Ранее мы никогда его не призывали. Там был какой-то самозванец, но это был не Крампус. А в этот раз прям настоящий Крампус. Я в шоке, банда. Надеюсь, что он доест это печенье и просто уйдет. Да, было бы хорошо. Но что он делает? Что он берет там? Посмотри, это мешок с подарком. Крампус принес нам подарок или что? Ничего себе, Крампус приносит подарки. Я в шоке, но какие подарки это могут быть? Он явно принес нам не какой-то хороший подарок. И он несет его к уже сгоревшей елке. Просто посмотри, там уже ничего даже не осталось от нее. И он достает этот подарок. Посмотри, какая там темная обертка. И она так крипово замотана, банда. Еще такая огромная коробка. Интересно, что там? Ой, такой лентой. Да, посмотрите, это же лента чрезвычайной ситуации. Это такая жесть. Господи, как же он крипово его ложит. Я в таком шоке. Настоящий подарок от Крампуса. Надеюсь, что он даст нам посмотреть, что там лежит, что нас не убьет. И глянь, еще один подарок, второй. Наверное, один подарок для меня, а второй для тебя. Да, наверное, именно так. О, черт, интересно, что там лежит. Два подарка в темной обертке. Да еще это чрезвычайно лентой. Это реально очень крипово выглядит. Но куда он теперь идет? Куда он уходит? Неужели к нам, банда? О, нет, он идет в нашу спальню. Но что он собирается там искать? Там же ничего нету. Да, зачем ему туда? Я тоже не понимаю. Глянь, он что-то нанюхал. Как он крипово нюхает шкафу, банда. Вы видите это? О, нет, подарки. Те подарки, которые мы с тобой подготовили друг другу. О, нет, только не они. Надеюсь, он с ним ничего плохого не сделает. Надеюсь, что он их не уничтожит. Надеюсь, что Крампус с ними ничего не сделает. Просто посмотрите, как он его рассматривает. Это такой ужас. Глянь, что он делает. Зачем ему вообще наши подарки? Не знаю, может быть, он хочет их украсть. И глянь, что он делает. Зачем он кинул его на пол? Просто посмотри. Он их уничтожает. Ты видишь это? Крампус на наших глазах уничтожает наши подарки. К сожалению, мы даже никак не сможем их вернуть. Просто посмотри, что он делает. Он полностью их растоптал. Это такая жесть, банда. Их точно уже никак не вернуть. Посмотри, у него зажигалка. Неужели он их собирается сжечь? Нет. Глянь, что он делает. Это ужасно. Он просто их поджигает, банда. Это настоящая жесть. Они горят. Я просто в шоке. Нам нужно срочно придумать план, как мы сможем его остановить. Надеюсь, что Дед Мороз нам поможет. Но куда делся Крампус? Он просто исчез. О, черт, банда, какая-то жесть происходит. Очень странно, что он уничтожил наши подарки и положил свои. Да, это реально как-то странно. И что он вообще нам там оставил? Тем не менее, банда, нужно быстрее позвонить Деду Морозу, пока не поздно. Думаешь, Дед Мороз может нам помочь? Думаю, да, надеюсь, что он придет. Надеюсь, что Дед Мороз еще забыл, что между нами было просто годом. Быстрее, быстрее, Настя! Это просто жесть, Крампус!
толпу сзади! О, господи! В спальню быстрее! Настя! Он уже здесь, бежим! Это просто жесть! Это просто жесть! Он бежит за нами, вы видели? Возьми, может, это его отпугнет! Давай быстрее! Надеюсь, что это поможет! Где он? Крампус, на, получай! Я ему поджог, Настя! Это просто жесть! Куда он делся? Ты тоже видишь, он испарился! Да! Это такая жесть! Посмотрите, здесь остался только костюм! Неужели огонь отпугал Крампуса? Тем не менее, идем быстрее, откроем те подарки, которые там лежат! Да, давай! Интересно, что он нам здесь оставил, бери первую коробку! Просто посмотри, какая она страшная, это жесть! Там что-то есть! Да, быстрее открывай ее! Быстрее, Настя, мы должны узнать, что там! Мне не верится, Крампус реально оставил нам какие-то подарки! Но что это может быть? Эта черная обертка так страшно выглядит! Еще эти полосы просто жесть, панда! Гляньте, Настя уже практически ее открыла! Что-то. Интересно, что мы там найдем? Просто посмотрите, там коробка! Давай быстрее открывай, что там может быть! Возможно, там какие-то страшные вещи, панда. Я просто в шоке. Посмотрите. Интересно, что за подарок для нас подготовил Крампус. И что это такое? Посмотрите на черепа и кости. О, черт, панда, что это такое? Настоящие кости и черепа. Я просто в шоке, панда. Вы видите? Это полная жесть. И скорее всего, что все это настоящее от настоящих людей. Я не могу в это поверить, панда. Настоящая жесть! Я не хочу этот подарок! Это просто ужасно! Что тогда в этой коробке? Нужно ее открыть быстрее! Давайте посмотрим, что у нас ждет в этой коробке! Она вся черная, это ленты! Посмотри! Здесь написано «Обережно». Это переводится как «Осторожно». Интересно, что там? Давай уже быстрее ее откроем! Еще этот бант красный! Настоящая крепота! Тем не менее, банда, все это срываем и посмотрим, что там! Я так переживаю, если честно. О, черт, просто посмотрите, здесь коробка тоже. Я в таком шоке, что там лежит. Это просто жесть, банда. Итак, открываем эту коробку. Глянь, там скелет собаки или кота. Что это? Нет. Просто какая-то жесть. Ты видишь это? Настоящий скелет собаки. Это просто жесть. Я в шоке. Фу, это отвратительно, банда. Да, нужно быстрее от всего этого избавиться, пока не поздно. Тем не менее, банда, вот коммент из-под прошлого видео. Просто здесь какие-нибудь шикарные, идеальнейшие комментарии. А бро, если вдруг ты хочешь попасть в следующее видео, всего лишь что тебе нужно, это опуститься ниже, нажать лайк, колокольчик и все, бро, ты уже новое видео. Лайк, колокол, коммент, и ты моё новое видео бандит. И помни одно, оставайся такой шикарным, пока!